приготовить я. Такова мечта моя. Это может нелегко оказаться, но я буду очень-очень стараться. Всем привет! И сегодня я буду делать пряничный замок. Здесь есть еще свечечка, да, чтобы осветить замок. И есть пудра. Сейчас мы сделаем крем. Вот такие вот беленькие снежиночки. Маршмеллоу. С начала 19 века в Европе и Америке приготовление пряничных домиков — добрая рождественская традиция. Некоторых пекарей так захватывает приготовление пряничных домиков, что они добиваются исключительных рекордов. Так в американском городе Брайан был возведен пряничный домик размером с настоящий дом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!